В Актобе в честь Международного женского дня 8 марта проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным. Напомню, что в областном центре жители и гостей города обслуживают 5 компаний. Автобусы всех перевозчиков 8 марта будут курсировать согласно своему расписанию. Отметим также, что с марта в Актобе начала работать компания, которая обслуживает маршруты 44 до Акшата и 47 до Курайли. По требованию населения количество автобусов в этих двух направлениях увеличилось. 8 марта на этих маршрутах также будет бесплатный проезд для женщин.